Дорогая Анжелика, я потому к вам обращаюсь, потому что ваша мама мне написала письмо. Она написала таким образом. Послушайте внимательно. Мы с дочерью живем в разных городах, ей 26 лет. И периодически она присылает мне свои волнующие вопросы. У нас очень доверительные отношения. И, конечно, про метод ключ я ей говорю постоянно, но, видимо, это из той области, когда нет пророка в своем отечестве. Не получается у меня до дочери донести ценность метода. Она не отрицает, но не использует повсеместно, не понимает целостности сути. Я подумала о том, что через ваш ролик для нее может быть открыть уши и глаза и другим молодым девушкам и парням. О, какой замечательный посыл, чтобы через вас, дорогая Анжелика, открыть всем молодым девушкам и парням. Что открыть? Ведь от того, что они живут в обидах, страхах, сомнениях, мы лишаемся ценных творческих идей и замыслов, творений. Те, на кого мы возлагаем свои надежды, скованы оковами страха, обид и разочарований. Итак, вот ее вопросы, пересылаю из переписки. Дорогая Анжелика, вы не должны на это обижаться, потому что ваша мама пытается сделать хорошее дело, полезное, не только для вас, но благодаря вам и вашим вопросам, для всех девушек и ребят, для всех помочь. Поэтому вот, пожалуйста, послушайте дальше. Вот какие вопросы она собрала, ваша мама, из вашей переписки. Что мне перестать делать, чтобы быть в спокойствии? Что мне продолжать делать, чтобы чувствовать себя спокойно? Что мне начать делать, чтобы чувствовать себя спокойнее? Касай Магович, мою доченьку зовут Анжелика. Пожалуйста, произнесите ее имя в ролике. Это будет волшебным ключиком для ее сознания. Анжелика, дорогая, я произношу это. Дальше. Хочу, чтобы она через вас познала метод ключа самого источника, из родника. Всегда с огромным уважением к вам, ваша ученица Елена Гусарова. Представляете, какая ваша мама? Ну, молодец. Я ей очень благодарен и вам, Анжелика, за то, что вы меня сейчас выслушали. Но хочу добавить. Дело в том, что это я читаю из своего телеграмма. Кто не подписан, запросто могут подписаться. Метод ключ Хасая Алиева. Почему метод ключ Хасая Алиева? Потому что этот метод позволяет человеку достичь своей мечты. Да, освободить путь своей мечте от страхов, обид, выяснения личных отношений. И прямо почувствовать, чего человек хочет, и прямо исполнить свои желания. Достичь своей мечты самым простым, коротким способом, потому что нам достичь своей мечты мешают шаблоны, стереотипы, какие-то навязанные ненужные советы. Жизнь проходит, пока мы выясним это все через наши отношения, пока добьем себе шишек, обид, горести всяких, разочарований. Да, вот и все. И вот что здесь еще добавили мне наши друзья на телеграме. Да, значит, вот, Алена, дорогой Хасай Магаевич, необходим ваш ролик. Алена, поддерживаю вас. Это пишет наша Любовь Абакумова, очень уважаемая мной человек. Очень хорошая идея, тронула именно конкретное просвещение молодежи, она написала. Если позволите, добавлю к вашим вопросам. Как увидеть себя и свою жизнь со стороны и реально оценить происходящее? Осознать критические моменты прошлого, сделать выводы и обоснования, чтобы восстановить свою целостность и целостную картину вокруг. Уметь находить единственно правильные решения, правильно, созидательно общаться. Как устранять психологические травмы, которые привели к зависимости от плохих авторитетов, от токсичных в отношении людей? Вопросы перекликаются, но это в основном то, что встречается у молодых людей, с которыми общаюсь. Это написала Любовь Абакумова уже. И, безусловно, я им высылаю материалы,
дарю книги, делюсь своим опытом, очень тесно движется в сторону приоритета навыков. Да, очень трудно двигаться к приоритету навыков. Насчет книг, каких речь идет, это книги «Белые стороны черной дыры страха», где я обучаю людей с помощью книжки простыми действиями снимать стресс и использовать вот эту субстанцию страха для создания нового, для шедевров, для написания стихов, для здоровья, для улучшения личных отношений. Да, использовать как в айкидо. Вот, допустим, вас что-то напугало или вы расстроены, у вас стресс. Стресс – это неуправляемый транс. Чтобы вышли из этой зависимости, из этого транса, из этого гипноза, вышли и перенаправили, как в айкидо, вот эту энергию напряжения, вот этого страха, стресса, обиды, горечи, печали, какой-то такой неприятности, как стресс-трамплин на решение нерешаемых вопросов. Это удивительная штука, я вам могу показать, если вам это все интересно. Да, пожалуйста, вот смотрите, как интересно. Вот что подумали взрослые люди о молодежи. Я могу вам сказать, почему я имею право это рассказывать и учить других людей таким простым приемом, потому что они выработаны были не потому, что я вдруг решил их придумал. Нет, потому что я помогал после терактов в Каспийске, в Беслане, в Кизляре. Я был первый человек, который выводил из острого стресса людей, которые пострадали как жертвы насилия в самых разных городах, в самых разных областях, и учил этому психологов, и учил этому самых разных людей, журналистов, например, которые улетают в горячие точки, военных обучал до полета в командировки разных людей, и после возвращения для восстановления я обучал этому, не я проводил им эти занятия, а просто давал приемы, которые человек сам себе подбирал лично, то, что ему подходит, как платье в магазине, как ботинки по размеру. И вот оказалось, что вот сам подбор этих действий развивает творческую часть личности, то есть по существу сам подбор путем перебора этих приемов развивает творческие качества человека, позволяет ему поэтому решать те вопросы, которые он не мог раньше решить, теперь решить легче, свободнее, творчески. Вот о чем речь идет. Конечно, я такой ролик сделаю, если вам это интересно. А вот если не вам, дорогая Анжелика, а может быть вашим друзьям, девочкам, ребятам очень интересно. Я там могу с нуля в нескольких роликах по 20 минут примерно с нуля показать, как снимать зажимы, скованность, как включать в себе уверенность, как снимать страх и как использовать энергию страха как стресс-трамплин для решения нерешаемых задач в любой области жизни, хоть в спорте, хоть в математике, хоть в личных отношениях. И как при этом лучше себя чувствовать. И самое главное – быть увереннее в себе во всех аспектах жизни, чтобы голова лучше работала, чтобы слышали подсказки тела, что нужно сделать. Я вам маленький пример приведу. Вот девочка идет в школу на экзамен, и у нее нервная дрожь. Оказывается, организм подсказывает ей, что надо сделать, а она пытается преодолеть эту нервную дрожь. Этот конфликт внутренний еще больше увеличивается, и ей еще тяжелее. Голова перестает соображать. Потом она вышла с экзамена, голова заработала, она думает, вот так же надо было сказать, вот так надо было ответить, задним умом крепкий. Вот можно было бы передним умом быть крепким, дружить со своей головой. Как? Вот если вы знаете, что вы чувствуете нервную дрожь, когда пытаетесь решить какой-то вопрос, до экзамена надо 2-3 дня вечером. Готовясь к экзамену, если вы вспоминаете экзамен, и вас начинает колотить, организм подсказывает, что надо делать. Надо просто встать и потрястись. Это один из приемов. Взял и потрясся. Потом сел, мысль пустил на самотек, и голова у тебя пустая, свободная. Умиротворение, и ты первый раз задумаешься, почему все так не делают? А потому что не знают.
Я много могу примеров привести. Я сам художник, хотя я врач и психолог. Да, я сам и педагог, я обучал олимпийских чемпионов, да, я обучал хоккеистов, футболистов, я обучал самых разных людей, вообще даже удивительно, кого только я не обучал. Потому что первую книжку свою, которая называется «Ключ к себе», она вышла у меня в 90-м году. В 90-м году, когда еще в СССР вообще никто ничего не знал, а просто знали о том, что есть аутогенная тренировка, да, и все, и никаких методов саморегуляции. А сейчас очень много книг, и 20 из них написал я, которые изданы на многих языках мира. До встречи, дорогая Анжелика. Это специально я вам посвятил вот эту встречу сейчас, а через вас и всем молодым людям. Если я вдруг увижу, что вам это стало интересно, напишите мне там, в Телеграме. Поблагодарите свою маму, потому что она провела такую вот встречу нашу, инициативу проявила. А как это важно. Вы представляете, ваша мама, она не просто подумала о том, как бы помочь, любя вас, она подумала о том, что вы можете стать даже лидером мнений, даже получить свой дополнительный авторитет. Она, видите, как подумала обо всем, да, чтобы помочь вам, помочь тем самым и себе, потому что она исполняет свой моральный материнский долг. Как я, например, сейчас исполняю свой долг прадедушки, чтобы вы знали, у меня правнуков двое, да. Интересно, правда? Поэтому я всю жизнь пережил. Я много чего пережил в жизни. И готов поделиться, чтобы вы меньше набивали в жизни шишек и быстрее двигались к своей цели. Да, достигали своей мечты. Итак, мы можем сделать серию «Ключ к мечте». Я вам дам методические приемы, как инструменты к этому. До встречи!